Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп. И видеообзор вот такой вот стоечки для кресла в лодку ПВХ. Стойка у нас выполнена из квадратной стальной трубы. Толщина стенок 1,5 мм. Размеры 20 на 40 верхняя и нижняя планка. Вертикальные стойки 25 на 25 и на 20 на 20. Вот, что еще можно сказать. Данная стойка у нас с регулировкой по высоте, с установкой на электрос. Вот крепеж, как видите, у нас достаточно простой. При необходимости в утере и всего остального вы совершенно спокойно сможете его приобрести в любом строительном магазине. Вот, ну и сейчас попробуем показать вам немножко по размерам, характеристикам, и в конечном итоге установим на него, на эту стоечку, кресло. Итак. Стойка для кресла с регулировкой по высоте. В данный момент лодка у нас диаметром баллона 42 сантиметра. 41. То есть до уровня электроса у нас высота составляет всего 36 сантиметров. Стойка в данной ситуации у нас на минимальной высоте. Минимальная высота, если от пола брать, тут получается 40 сантиметров. Сейчас проверим. Если кому-то нужно будет более низкое положение, можно просверлить дополнительно пару отверстий под диаметр вашей лодки. Максимальная высота, которую можно сделать здесь, это 53 сантиметра. То есть если у вас баллон или катер что-то с диаметром баллона больше, чем этого, вы совершенно спокойно сможете подобрать нужную вам высоту стойки, так как здесь идут отверстия шагом 2 сантиметра. Итак, данная стойка крепится на электрос с помощью системы крепления Ликпас. Так это выглядит с обратной стороны, то есть две фиксирующие планки, которые достаточно свободно устанавливаются. На электрос вашей лодки. Ну и не прям при необходимости вы можете передвинуть данную стойку креслом куда вам необходимо. Итак, сейчас покажу теперь данную стойку уже с креслом. В данном варианте у нас поступило также новое кресло. Видеообзорчик вы увидите в ближайшее время на нашем канале, так что не забываем ставить лайки и подписываться. Итак, кресло у нас устанавливается на данную стойку. Итак, кресло мы установили, выбрали то положение кресла, где нам будет необходимо. И теперь уже совершенно спокойно можно на нем сидеть, не боясь эффекта опрокидывания. Вот. Здесь внизу, в нижней части, у нас есть возможность передвижения кресла. Ближе к центру или ближе к борту. В таком положении можно даже взяться за весла и немножко куда-то чего-то подвести. И после чего продолжить свою рыбалку. Итак, понравилась данная стойка. Стойка идет без кресла. Кресло видео смотрите в следующем, уже в ближайшее время, видео. Вот такая вот стойка номер один
от компании Тубот. Немного могу еще по размерам сказать, то что здесь у нас максимальная ширина 24 сантиметра, вот. Нижняя опора у нас 40 сантиметров, здесь у нас опора фанера 50 сантиметров, толщина 40 на 20, 20 на 20, 25 на 25, 40 на 20. В принципе, все размеры понятны. Понравилось видео — ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Заявку на данную стойку вы можете оформить уже у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.